Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Хотя отношения между Чеди Османом и Эбру Шахином приветствуются всеми, заявление Акына Акинозю может разозлить Чеди Османа. Эбру Шахин и Акына Акинозю приняли участие в качестве любовников в сериале «Херсия Яй», который стартовал в 2019 году. Объясняя свои чувства к Эбру Шахину во время съемок сериала, Акына Акинозю сказал: «Мы были очень близки, я всегда хотел быть вместе». Это заявление Акына Акинозю может обеспокоить Чеди Османа, потому что его отношения с Эбру Шахином можно четко проследить. Это было намного больше, чем то, что произошло во время съемок между Эбру Шахином и Акыном Акинозю. Акын Акинозю сказал, что близость Эбру Шахина к нему сильно повлияла на него. Акын Акинозю сказал, что у него было много воспоминаний с Эбру Шахином о первых днях сериала, и связь между ними стала сильнее. Акын Акинозю сказал: «По мере того, как связь между Эбру и нами становилась все сильнее, я чувствовал, что испытываю глубокие чувства». Это заявление Акына Акинозю может обеспокоить Чеди Османа, потому что его отношения с Эбру Шахином можно четко проследить. Чеди Осман может расстроиться из-за того, что Акын Акинозю пытается понять его отношения с Эбру Шахином. Потому что его отношения с Эбру Шахином могут поколебать доверие Чеди Осман. Отношения между Эбру Шахин и Акын Акинозю могут повлиять на чувства обеих сторон. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Хотя отношения между Чеди Османом и Эбру Шахином приветствуются всеми, заявление Акына Акинозю может разозлить Чеди Османа. Эбру Шахин и Акына Акинозю приняли участие в качестве любовников в сериале «Херсия Яй», который стартовал в 2019 году. Объясняя свои чувства к Эбру Шахину во время съемок сериала, Акына Акинозю сказал: «Мы были очень близки, я всегда хотел быть вместе». Это заявление Акына Акинозю может обеспокоить Чеди Османа, потому что его отношения с Эбру Шахином можно четко проследить. Это было намного больше, чем то, что произошло во время съемок между Эбру Шахином и Акыном Акинозю. Акын Акинозю сказал, что близость Эбру Шахина к нему сильно повлияла на него. Акын Акинозю сказал, что у него было много воспоминаний с Эбру Шахином о первых днях сериала, и связь между ними стала сильнее. Акын Акинозю сказал: «По мере того, как связь между Эбру и нами становилась все сильнее, я чувствовал, что испытываю глубокие чувства». Это заявление Акына Акинозю может обеспокоить Чеди Османа, потому что его отношения с Эбру Шахином можно четко проследить. Чеди Осман может расстроиться из-за того, что Акына Акинозю пытается понять его отношения с Эбру Шахином. Потому что его отношения с Эбру Шахином могут поколебать доверие Чеди Осман. Отношения между Эбру Шахин и Акына Акинозю могут повлиять на чувства обеих сторон. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.